ожидали, и вот вокруг становится светлей. На сердце радость, в доме веселей. И вот вокруг становится светлей. На сердце радость, в доме веселей. С днем рождения, доченька, радости и смеха, ты любима очень, счастья и успеха. С днем рождения, доченька, радости и смеха, ты любима очень, счастья и успеха. Когда-то наши видеозрители, дядя Игорь, тетя Люда, бабушка, вот Злата, все утро не спала. Сегодня суббота, 28 октября, день рождения Златочки, и она все утро не спала. Говорит, мама, иди, жди посылку. Вот смотрите, какая посылка, какая большая посылка. Ну, открывай, открывай. Что ты стеснялась? Рассоня, да? Открывай. Как открыть? Да, сейчас мы прервемся и откроем посылку. Сочка, подойди подальше, чтобы тебя видела. Туда подальше, вон туда. К стене подойди, чтобы... Ай, платье какое обалденное. Ну, просто на Злату пошито. Златин размер. Златочка, скажем тебе, люди, пожалуйста, спасибо. Ей будет спасибо, приятно. Давай, давай так. Спасибо, тетя Люда. Платье шикарное. Просто обалденное. Такое можно мягкое. Открывать игрушки, конечно, можно. Я еще не сказала все про платье. Интересно, это такое белорусское производство шьет? Интересно, это белорусское платье? Местное? Если местное, то очень мы потом вам скажем. На этикетку посмотрим. Но платье очень классное, мягкое, не колющееся, самое главное. Да, Злата? Угу. Так, что у нас тут еще? А, нам дядя же Игорь книжки прислал. Ну, платье класс, да? Может, ты в нем пойдешь на день рождения сегодня? Нет? Немножко тепленькая, да, у нас, в принципе, стоит очень тепло. Температура этой недели где-то 80 фаренгайтов, да? Не скажу точно, сколько в Цельсиях, но к 30, наверное, точно. Открыдушки можно. Подожди, 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 я хочу... Может, я там конфетку какую завалящую положила? Я не посмотрела. Ничего нету больше. Никто нам конфетки не бросил? Нет, нет. Ну, такая посмотрим. Может, там хоть шоколадку такую? Нет? Нет? Ну, ладно. Так, давай это самое. Таблица по математике для начальной школы. Ну-ка, давай посмотрим, какая она изнутри. Как, слушай, как она интересно сделана, да? Вот так вот сделана.
Мне место так. Как книжки, вот такое. Да. Ну-ка. Этот. О, 2 плюс 2 плюс 2, 10. Значит, она вот так сделана. Давай дальше посмотрим. Так, таблица по русскому языку для начала. Таблица русский язык. Русский язык это нам. О, мама. Злата, это наша книжка, да? А это Алиски, наверное. Да, мы такую. Мама. Давай. Ух, какая хорошенькая, да? Ну-ка. Ну-ка, давай посмотрим. Ой, какие так. Самый быстрый способ научиться устному счету. Ой, какая прелесть, да? Ну-ка, ну-ка. Вот. У Зорова Нефёдова. О, 8 минус 4. И пошло, и пошло. Так, это самое здорово. Так. А это что у нас? Вот это нам Злата все будешь сегодня приписывать. Дядя Игорь прислал. Я тебе дала немножко расслабь. Так. Подожди, а что такое контрольное списание первого класса? Почему оно в клеточку, а не в линеечку? Полюбуйся своей работой, Лужи. Спиши слова. А почему в клеточку-то списать? Я не поняла. Приучиться в шуму клетку. Не-не-не, нет, нет, я думала, по писанному будет. Смотри, я у них просто печатные слова. Там липы и березы, вот петухи и куры. Тут тоже в клетку. Так, ну это я просто тетрадки попросила, это мы, это самое, тете Юле передадим. Ну, что кажется. А это я для тети Юли специально. Это самое, специально для тети Юли, чтобы она могла... Такая же есть. Да-да, это мы это самое. Так, ну все, это дядя Игорь нам такие тетрадки. Открывай игрушки, давай. А сначала начнем с куклы. Сначала начнем с куклы, давай. Начнем с куклы. Волоски тебе подколоть, Злачка? Давай начнем с куклы. Давай, папа, поможет, потому что я же тебя на видео снимаю. Ну ладно, сейчас прервемся на секунду. Зачем она особенно и почему она должна была лететь прямо с Беларуси из Минска? Потому что она вся сгибающая, и тут не таких много. И тем более у меня вся рыжая. Рыжая, да? Сними. Сама не снимешь? Помочь надо, да? Ну давай. Такие вот дорогие игрушки в городе Минске. 70 рублей. Аж 35 баксов, да, Злата? Так, давай дальше. А стоит это вендинг машин, представляете, сколько? 125 белорусских рублей. Это а ты не больше 60 долларов. Я тебе такие дорогие не покупаю. А ты не купила это. Ну, правильно, я и не купила это. Это дядя Игорь у нас такой, да? Такие дорогие, такими дорогими подарками тебя балует. Не балует, а радует. Не балует, радует тебя дорогими подарками. Ну да, кстати, знаете, такой вот мешок тут белорусский интересный. УЗИ называется. Мама, а тут сейчас. Ну, радость. Ну да, заказывайте на УЗИ или по телефону. А это книжный магазин у них такой есть, УЗИ. Или мы тут, как мне тут задачку задала. Да, прицепить вот эту вот штуку. Поэтому пришлось прерваться. Так. Значит, раз такая бумажка, значит, там батарейка, наверное. Ну-ка, давай, показывай, как она работает. Кота, ручка для чего? Ручка? Сбоку ручка, смотри. Ручка? Ты же мне покажи, я ж не вижу. Ух ты, ничего себе! Выбирает что-то. Это вот так вот крутится, да? И выбирается. Тут тоже же самое. Только ага. Спинается, крутится вертушка. А это что-нибудь делает? А это просто так кнопочки, да? Да, но это можно тогда выбирать. Ага. Ну это просто наклейки, да? Да. А тут нужно бумажки это достать. Это картон, но тут это настоящая. Угу. А тут вещи настоящие. Достать картон. Все достала? Да. Же мне покажи. И вот этим можно, то что айдом какой, вот это можно слайд, и тогда оно выпадет тут. А, да, ну покажи, как это делается. Только, мама, только тут надо сначала это отцепить. Отцепишь это? А, ты прицепила, да? А, это они так выпадают, да? Там, ну,
ужинаешь? Да я ж одной рукой, что надо. Ну давай, прерываемся. Показываю, как это работает. Сейчас папу, давай отверни чуть сюда, а то папу начинаем заснимать. Сюда, так ко мне разверни, так, да. И давай бумагу эту уберем отсюда. Ну, почему? Я смотрю, как падает. Подожди. И сейчас смотрю, как это работает тут. Так, шкафчик закрыт. Ну, ты же сюда поверни на меня, посмотри. Вот выпали туфельки. Вот, выпали туфли. Значит, ну, вот на эту штучку она, значит, что делается? Это как она... А. Вот так вот, и вот сюда вниз выпадает, да? Вот тут что у нас? Это еще есть сумочка, колье, да? И с этой стороны тоже нужно будет, наверное, пластик снять. А это для чего складывается сторона? Вот это. Ну, тоже туда загружать. Такие. Тоже загружает, да? Ладно. Ой, мам. Ой, так и он. А это она из Виндин-машин туфельки. Вот она Барби свое одела, да? Ну, давай дальше. Мам, распаковывай пластик. Да. Вот, дорогие наши. Зрители, платье-то, мы думали, белорусское, а платье индийское. Ну, классное платье. Спасибо еще раз тете Люде за него. А вот сейчас Злата занята распаковыванием своего домика долгожданного, да? Так, опять прерываемся. Такой домик у нас. Сейчас только разобраться, как его тут открывать. Так, а зато у тебя он еще, а где-то вторая же часть я тебе выложила. Злат, он сзади тебя, видишь? Да, вижу, это мебель. Злат, может, потом его соберем, давай? А? Или прям хочешь сейчас? Да, чуть-чуть. Ну, давай. Вот так у нас кукольный домик. Давай, рассказывай, Злата, что у нас тут в этом домике? Тут есть спальня для куклы. Ага. Это тумба, туда можно вообще что-то маленькое положить. Угу. Ой. И там не делается вот такой, как диванчик или кресло. Угу. Можешь пойти вниз. А внизу у нас столовая. Столовая, да, молодец, Лата подбирала, наверное, слово по-русски долго, да? Ладно, Сачка, а что нужно сказать за все подарки? Спасибо. А кому мы говорим спасибо? Ой, мама, еще тут ворота. А, там еще ворота с другой стороны, вот такой вот у нас домик, который Злата ждала. Долго, да, целых 2 недели. Да, по-моему, хотя пришла посылка очень быстро, но мы... Там на дверь, наверное, открывается. Вот. Да, давайте. Это может быть как такой бэк-ярд или что-то. Бэк-ярд, задний двор, да? И дверь открывается. Только тот скотч. Не выпадай. Да. Так. Ладно, Златочка, давай это потом мы доделаем, то что надо тортик забрать. Окей. Наш красивый тортик. Вот. А, все. Так, Злат, ну и давай со всеми этими игрушками. Это твои первые игрушки на 28 октября. Злата. Спасибо. Давай скажем спасибо. Злат, давай повернись, чтобы не тебе. Спасибо. Дядя Игорь, тетя Люда и... Баба. Баба. Все. Подарки, ничего себе! Посмотрите. Ой, а что такое тяжелое, большое, Злата? Папа нас удивил. Тяжело, аккуратно. Ну так, ну-ка. Это мол. Это мол. Это такой мол. Это что? Это магазин, да? Что такое, кухня? Что Little такое? Pep Shop. Little Pep Shop. Ага. Ух ты, а это что, пазлы, наверное? Да, головоломка.
А это такие пазлы у нас, да? Which is динозаврские пазлы. Ой, а это что у нас? Это Шопкинс магазин такой. Шопкинс магазин, да? А что тут еще? А что так? О, Злата! Какие каменные бусы? У нас Злата собирает камешки. Это настоящий камень? Тяжелые, правда. А что такое? Еще какая-то цепочка такая. Вот какие камни. Я хочу их одеть на мой день рождения. Хорошо, смотри, что такое, чтобы шея не отвалилась. Я люблю вот такие пакетики. Что у нас еще это такое? Это можно делать джуэри. Custom create like never before. Это что? Это джуэри можно делать всякие. Бижутерию? Это можно делать такую всякую? Да, это можно наклеивать наклейки. Наклеивать наклейки. Все, Златочка, это все здорово. Мы их разберем. Нам нужно бежать за тортом. У нас очень занятое утро. Мы вам покажем, а потом мы вечером продолжим. Покажем эти подарки. Все остальные, которые Злата сегодня получит. Злата, как твой день? Класс. Классный. Смотри. Давай скажем. Ариска тут так. Спасибо. Мы пошли дальше, да? Да. Это самое классное утро. Самое классное утро, да? Встали мы в 8 утра. Вот целый час разбирались с дядями Игорем подарками. Сейчас быстренько пойдем тортик заберем, да? Ага. А потом папины подарки. И потом нам уже выходить скоро. 12 часов у нас, да? Так, Злата, иди зубки почисти. Ладно, тебя, чтобы мы их прямо потом... Цепочка, почему, я не знаю. Положи, чтобы не потерялась на стол. И это самое, мы потом, слышишь, мы потом это все уберем. Да, вот такой вот у нас, такая вот у нас комната. Мы это все уберем потом, да? Да, это от самой комнаты. И выставим все твои подарки. Тебе еще тетя Кристина должна Лоле своих подарить, твое большое яйцо, это с сюрпризами, да? Все, пошли. Okay, mom's quiz. Yes. Mom's quiz. Yes, Jacques, right? Yes, they were my best friends. And I had my dog Bruno. I love Bruno too. Isn't he the best? He's so cute, right? Well, there was an invitation going around the whole entire kingdom to the prince's ball because what was he looking for? Does anyone know? A princess. A princess, a wife, right? Yeah. Right. Well, I asked my stepmother if I could go, but what did she tell me? No. She told me that I could go, but on one or two conditions. What were those conditions? Yeah. You need to do all my chores. What else? Well, that would be all my chores, right? The and dress. She probably had to have the dress. And then I had to have something suitable to wear, right? Because all I had was dirty rags. I couldn't wear that to a ball, right? No. No. So I spent all day finishing all of my chores, but then she just kept giving me more and more, and so I didn't have time to get something super rare. So do you guys know what all my animal friends did for me? They made a dress. Yeah, what color was it? Pink. It was pink. Very good. And they even got me pearls and everything. And I was so excited because I had finally finished all of my chores and I had something suitable to wear to the ball, but just as I was coming down to show them, what happened? Well,
Rapunzel was there.
gone. And I was wondering, so you got me which said that every year on your birthday you have a little bit of birthday magic. Did you know that? No. And she said that maybe with your help and the help of all your friends that we could bring all the pictures back. What do you guys think? Yeah. Yeah? Do you want to try it? Yeah. Okay, so they're all blank right now. What are some of your favorite colors? Pink. Purple. Purple. Yeah. And blue. Purple. Okay. So first off, I want you to grab some birthday magic that might be floating in the air. Everyone grab some and rub your hands together. I don't have it. Is it getting warm? That might mean there's something. Yeah, it is. It is. Okay. So on the count of three, we're going to say bippity boppity boo. And you think of all those colors, okay, that you just shouted out. And we're going to go like that. On the count of three, on bippity boppity boo. Ready? And we're all going to say it on the count of three. One, two, three. Bippity boppity boo. Okay, this is another of our friends, dear friends. This is little Scarlett and Romy and Max. If you remember them from the soda spring tree with us. And Romy, yes, and Zlata, and now here is comes the cake. Look at that neat cake. It's gorgeous. Amazing job. You are such a good planner. You know what? Your sister baked for us last year piano. Oh, Zlata, yeah. Because she plays piano. My sister made a special, it was a special gift, it was a piano cake. But she didn't get it done in time. It doesn't matter, no, it was on time. Nice, you know, we got it on time. This is my wonderful neighbor. You can only wish for this neighbor. Oh, she's a nurse and her husband is a lawyer. What a combination. No, seriously. Yeah, you can't argue with. So, no, but see, you can get help in one house. Hopefully. On all issues. Maybe. No, this is the best neighbor. No, seriously, she always brings us like Christmas or Thanksgiving or something. She drops it on the door and Zlata, it's you who drops that mask, oh, right? Oh, my mom gave me that. Or the mom, so it's like Zlata, yeah, she always gives like Halloween little items and Zlata, and it's like very, very excited. Oh, that's cute. And she's like... I forgot to ask Oxana if she got the little thing. I did. Look how beautiful. That's like a log, Mom.
I think it's the vent right above here. Maybe we want to open the door. I think maybe we want to open the door. Thing? Or maybe a plate. There's six plates. If we do like a plate over it or something, I don't know. Oh, maybe it's okay. You can start. Okay, Zlata. Close your eyes. Уже загадала? Okay. What is it? Are you going to tell me? No? Are you going to whisper in my, at my ear? In my ear. It says, this isn't in the way, right? Oh, she's going to sing. She's going to sing. Let her sing. She has a wonderful voice. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. You can help cut whatever piece she wanted from inside. Do we want to take the candles out? Yeah, first? We do want to take the candles out. Take the candles out. Oh, I took the mushrooms out. Okay, I think all done. What piece would you like? Oh, we need the plate, right? We need the plate. Kids, move the kids' hands away. Okay, we continue our video of Zlata's birthday, and here is our favorite puppet lady, Rhonda. We love her. We know her from 3 years back. It's a 3-year relationship already by now. So, yeah, here is back. Oh, the little one, guys, this little one, right? So we're going to see you maybe on one birthday here soon, right? So, and we are ready for a puppet show. So here's our little viewers. And so we're going to start to record. Watch us on YouTube channel, Miss Zlata. So for Zlata's birthday, I believe she's turning 6. We're doing a show called Mrs. Wintergreen's Birthday Surprise. About a very silly baker that doesn't know how to bake. So let's see what happens when he tries to bake this cake. Are you ready for a puppet show? Party today. I just hired a new cook, and I hope you get
of beautiful birthday cake with pretty candy flowers all over it. Now, Calico, you run off and catch some mice or something. And I must do a little shopping. So much to do. Toddy, the cook, at your service. I'm so glad to see you, Toddy. We are celebrating a birthday today, and we need a beautiful birthday cake. You can make, can't you? Well, I guess so. Fine. I never could bake myself. I make a good soup, a delicious peanut butter sandwich, a plate of spaghetti, but cakes are just beyond me. But we need a beautiful, delicious cake with candy flowers all over it. Doesn't that sound divine? Yes, but... There is everything you need under this table. Now, this shouldn't be too difficult, should it? I didn't think so. But for now, I'll be back shortly after shopping to see how everything is going. Yes, ma'am. This job because I love to eat, and the kitchen is the closest place to my heart. Well, but she hasn't any other cooks to do the baking. Now what will I do? I wish someone that knows all about cooking would appear. Good sir, perhaps I can be of some assistance. And who are you? My name is Crumbles, and I cook for the King of the Fairies. I heard your wish. Do you need my help? Yes. I'm supposed to bake a delicious birthday cake, and I don't know where to begin. You must first learn not to tell fibs. Always tell the truth. I promise. Just get me out of this problem. Something like this must be special. Now let's see. I'll get my magic box. It has lots of good ingredients in it. Now you go and get a pot to put things in. Okay. Now let's see. Blue bells. There. Mustard seeds. And last, but not least, butterfly wings. I'll put them in order on the table. That should do it. Yes, I think that should help. Boy, that's some magic box you have there. We're done with it. Never gets too heavy. The secret of a good cake is that you must put in all the things you like. Now, let's put these in the pot. Oh, I'm sure it'll be excellent. Blue bells contain such delicious dew. Blue bells. Mustard seeds for a little spice. Mustard seeds. And butterfly wings. They are so pretty, and the cake must be beautiful. Butterfly wings. There, that should start you off. If you need any more help, just call. Thank you very much, Crumbles. Goodbye. Now, what do I like? Ah, I love Cracker Jack. Do you like Cracker Jack? Here. Maybe a little more. There. Oh, here comes Mrs. Wintergreen's gingham dog. Hello, Checker. Oh, you want to play? Well, we have a cake to bake, so just one trip, okay? Here is Mrs. Wintergreen's embroidery hoop. Can you jump through that? Okay, I'll count to three, and you jump through the hoop. One, two, three. No, not sit up. Jump through the hoop. Try again. One, two, three. No, don't play dead. Jump through the hoop. Like this. Ah! Now,
Do you understand? Oh, okay. For the last time. One, two, three. Oh, no. Well, perhaps you can help with a birthday cake. We need good ingredients. What everyone likes. A bone? Well, the elf said it had to be made with what we like. Thank you, Checker. Now, I'll stir a little bit and... looks pretty good. Don't you think it'll be a good cake, children? Yes. Now, who can that be? Come in. Good sir. I represent the Cake and Steal'em Corporation. We are making a survey to see if you are using our special ingredient in your cakes to make them rise. It is called tobacco leavings. Cigar butts to you. Oh. Here's a sample. I just love tobacco. Oh, thank you. Here, I'll show you to the door. You might come back when Mrs. Wintergreen is home. I promise. I'll be back when you least expect me. I think that includes everything to make a beautiful cake. I just open the oven door, then I place the pot inside. Now, I'll have to wait a little while for it to finish baking, so I'll get some candy hearts for the top. If anything goes wrong, I do hope my elf friend, Crumbles, helps me. I wonder if the cake is done. Oh, shh. Don't tell anyone I'm here. I'm going to steal that cake for myself. Oh, yum, yum. Birthday cake, all for me. Now I better hurry before they catch me. Birthday cake, just for me. Oh, I'll eat it all by myself. Oh, that tastes awful. Now to see how the cake is rising. Oh no, it's missing. Someone has stolen the birthday cake surprise. What'll I tell Mrs. Wintergreen after all my work? Oh, I wish I had a beautiful cake for when Mrs. Wintergreen comes home. Poor Toddy. I guess he has learned his lesson, as there should be a cake for the party. I know what I will do. One, two, three. What shall I do? How can I explain this to Mrs. Wintergreen? And it's almost time for the party. Oh, what shall I do? Toddy, I'm back! Oh, Mrs. Wintergreen, I have
something to tell you. Now, if you haven't had time to frost the cake, I'll help you. I'm sure the inside of the cake is delicious. No, you don't understand. I did it all complete and waiting in the oven. Please, Mrs. Wintergreen. Right here, I have a sticker. Each of you.
you? All right, there you go. Thank you.
Мы пришли домой, да, не знаю, записалась предыдущая или нет. Вот тетя Юля нам подарила такую гимнастку, да, Барби-гимнастку. Uh-huh. Да, давай дальше, что у нас тут это самое? Вот тетя Алена нам подарила такие платьишки, да? Одежду. Одежду, подожди, вот такую кофточку. И, по-моему, вот ту вот, да, кофточку. Да. И еще она мне подарила вот такую. Диване. Ну покажи, что там показываешь. Это яйцо, которое там внутри, курочка такая. Курочка, да, это вот тетя Кристина нам. Так, а это что у нас это такое? Это Барби, которая может плавать под водой. А, Барби под водой, прям водная Барби. Тут ну, батарейки с ней. Да. Ладно, ну давай дальше. Вот это что у нас такое? Это что... Лолу! Ну, о, какое тяжелое. Куколки ну, Лол. Ну показывай. Да? Это еще одна только маленькая. Ну давай, открывай куколки Лол, я их никогда не видела. Подожди, я хочу это сначала. Хорошо. Так, а вот смотри, у нас тут открытка, давай посмотрим открытка. Ой, какая. It is your birthday. Cake rolls, laugh roll, fun rolls, frosting rolls. А посмотрим, от кого такая открытка. Happy birthday, Zlata. Love, Алиса. Это Алиса или кто это? Алиса, по-моему, да? Сохраним открытку. Так. Я это очень сильно хотела. Что там, покажи. Это что такое? Ты такое хотела? Вот, это такие брелки, которые можно цеплять на кулон и с ними играть в школу. А, да? Schoolhouse, ага, playset, schoolhouse playset. Это что еще тут? А, брелки вижу, крафт, да? Такой? Да, еще можно с ними играть в школу, и их все... И тут еще один есть, который можно посмотреть, кто это. А теперь куколки Ло. Сначала маленькие. Так, смотри, у нас еще одна открытка. Давай. Хорошо, это какой? Ну, будем большую тут открывать? Будем, только сейчас я должна маленькую хочу. Хорошо, открыть. Давай. Вот смотри, тут у нас написано Злата, да? Смотри, какая да. И еще у меня в сумке две открытки целых, да. Мама! Да. Вот как ты открываешь куколки Лол. Угу. Я не открывала, потому что там красители, я просто открывала неудачно. Угу. Так, happy birthday, смотри, прям напечатали Злата. Happy birthday, Злата, ты посмотри, uh-huh. Какая прямо Злата. Ну-ка, давай посмотрим. Так, dear Злата, we wish you very happy birthday. May all your wishes come true, love. Карсон, Кристина, Глен and Квейт. Ух ты, смотри, это от Кристины. Да, мама. Давай. Так, что это может? Книги или таймер? Что это может? Книги, таймер, читать время. Что это может быть? Книги, наверное. А? Книги, таймер? Что это может быть? Как, книги и таймер. Ладно, это пропустим. А что у нас дальше? Что у нас дальше? Угу. От папы, да, у нас еще от папы наверху сейчас подарки. Может, мы это все потом наверх занесем, как ты думаешь? Нет, там слишком много хлама. А? Ты сможешь подать мне мою сумку? А, да. Ладно, следующий, идем.
давайте, знаете, какие у нас камни. Ручки помыла? Да. Ну, что там такое? И последняя кулька. Так, это мне нужны, это сама ножницы. Где мои ножницы? Не знаю, посмотри, это самое. Так, видим, это будет брелок. Ничего себе. Опять брелок. Так, это я ставлю сюда. Ой. Что это будет? О, давай тогда это. О, видим ботинки. Угу. О! Что там такое? Ботиночки вот такие. Угу. Ух ты. Сумка. Угу. Что это там такое, то же самое? Или это... Ой. Ух, смотри, какой. Ага, ага, да. Красиво. Интересно. Так, что ж, давайте приступим к нашей самой куколке Лу. О, смотри. Угу, угу. Так, что ж, и время пришло до большого куклы Лу. Кстати, тут можно сохранить мои куколки Лу. Угу. О, тяжеленная. Так, давайте я их тогда разрежу. Где мои ножницы? Боже мой. О. Слетай. Ну, это просто рис. А, что это написано? Злата Глена Квейт. А Глена с Квейтом, да? Сейчас я посмотрю. Я знаю, что это от Кристины. Угу. Смотри, у тебя еще тут открытки поздравительные есть. Whoa, that's a big one. Так, вот скотч. Надо убрать этот скотч. Красивый. Момент открывай куклу. Мама, открывай мне куклу. Ладно, я ж как бы это. Мама. Давай. Ну, что там? Так, первый наш вкладыш. Ой, это что такое тут? Это они такие маленькие, что это такое? Нет, внутри будет больше и больше и больше. А, это так сделано, да? Значит, о, первый у нас ботиночки. Я их сюда буду. Ой, класть. Вот сюда буду. Угу. Первые у нас такие ботиночки попали. Ой, сапожки. Не знаю. Отлично. Что у нас дальше попадется? О! Топ вот такой вот. Угу. Жилетка, да, или что? Жилетка с футболкой. Угу. Дальше. А нам эти кругляши надо сохранять или не обязательно? Не обязательно. Можно выбрасывать, да? Ну я хочу сохранять тут всякие куклы Ло и все остальное. Хорошо, можно я открою открытку, посмотрю? Можно. Давай. Ой. Еще один такой тот. Угу. Нам тут внимание открытку нам. For a girl, big, amazing, fine, perfectly awesome. Happy birthday, Zlata. From Abri. So that's from Abri. From Abri. Oh, это вот такой вот топ, очень спаркали. Угу. А это смотри, happy birthday. Ой. Вот это самое. Мам, дай. Зата, тебе подарили денежки, смотри. Ой,
ей мои денежки. Денежки, да, тебе подарили Злата денежки. О, Любочка. Да, от тети, от Веры с тетей Людой. О, дай мне. На, посмотри. О, я не хочу. Злата, тебе подарили $100. Теперь у меня будет $100. Да, $100, да, тебе подарили. Можешь посчитать, сколько двадцаток у тебя? Пять. Если 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2, сколько будет? 10, и добавим 0, будет 100, да? Вот, в чем особенность этих больших лоли? Она начинается с маленьких таких яичек сюрпризов, потом доходит до таких больших шаров, да, вот самый большой шар. Их открывают, и что же там внутри шара? Вот эти вот, тут можно играть с водой, те, которые как такая шарик, а там и с водой можно играться вот или вкупаться в нем. Вот это что? Да, а тут куколки лоб, так, сделай тут. Ну, давай. Один. Это блайн-банк. Я хочу... Ой. Вот такие маленькие сапожки или что это? Денис, я на видео снимаю, можешь не мешать? Я их хочу поставить. Да, ой, ну-ка покажи, что у нас тут делать. Вот это все. Так, вот дальше. Вот таких маленьких яичек, вот такие маленькие штучки. Да. Да, а стоит такое большое яйцо? 60 или $70, да, Злата, по-моему? Так, у нас еще один мешочек. О, это бутылка уже. О, вот такая бутылка у меня. Угу. Ой. Все. А, так, и топ, и потом самый. Тогда можно я тебе конфетку съем, то, что нам тетя Алена подарила? Можно мама, мне какую-нибудь дать? Смотри, какое! Да, да. Платье. И самое главное, это верх. Все, больше не ешь. Я не взяла еще ничего. Мама, смотри, сам предыдущий момент. Это сама куколка Ролл и Любланька. Так, для этого мне понадобится мешок. А, видимо, там голова отвалилась. Так. Так. А, плохо отрезала. Угу. Так я и думала, голова от нее отвалилась. Да ты что? Это что это, так? Это, как же её? Это Джин. Да, это Джин. А это мальчик или девочка? Девочка. Девочка. Я знаю, потому что у нее такие кольца. Ага. Может, она гадалка такая, как цыганка-гадалка? Нет, я знаю, потому что я сама видела. То есть она не предсказывает будущее, она исполняет волшебства? Да. Ну, может предсказывать. Угу. Так, давай ее оденем. Ручки просовывай. Мне интересно, что в другом бухалке? Тут два больших и два маленьких. Не знаю, сейчас узнаем. Вот это Злата говорит об вот этих круглых шарах. Маленькие, девочки и большой один. Mm-hmm. Остались у меня. Yes, натянула. Давайте я еще оденем ботиночки ее. Мама, не ест больше. Я еще ни одну не взяла, просто выбирала. Вот одну возьму, Мишка. Мишка какой? Лису. Я думаю, мои любимые. А твои любимые какие? Другие Мишки. Я понимаю, зачем надо запрещать? Денис, я снимаю, пожалуйста.
И вот у нее бутылочка. Ну-ка, покажи поближе мне на камеру. Вот такая. Это с такого большого яйца. Ну, бутылка с другого, с маленького яйца, да? Нет. А с этого же, да? Да. А-а-а. И последний наш предыдущий мешок. Давай. Это, по-моему, украшение или что? Угу. Я только сама. Так. Что же есть? Телефон! Угу. Я не думала, что тут такие бывают даже. Класс. Главное, чтобы его не потерять. Ты в восторге? Да. Телефон мы можем сюда положить. И наша первая коробка. Итак, продолжаем дальше. Наша следующая куколка Лол большая. Ты прямо как это профессиональный этот самый диктор на телевидении рассказываешь, да? Прям тебе можно телепередачу вести. Нет. Лол. Рокстар. А, это у тебя Рокстар получил? Угу. А, ты самая большая. Блогер. Злата, ты блогер. Денис, ну я сниму. Ну ладно, что, снимаешь, снимаешь. Мама по пути конфету ест, поэтому извините за шум. Это бутылочка. Что это будет? Бутылка. А. Вот раз она не такая, она квадратная и очень скучная. Угу. Классно. Она мне очень нравится. Следующий момент. Это уже будет ботиночек. Угу. Мы сапожки. Угу. И лекарство это будет, которое будет. Ой. Там еще что-нибудь есть или это все? В этом яйце большом? Конечно. Да. Следующий. А, это оно так прям по частям, да? Да. Сначала идет бутылка, а потом их одежда, а потом аксессуар или наряд, угу. А потом сама куколка еще с каким-то там украшением. Угу. Ладно, я думаю, нам вот эти не нужны, да, вот эти коробки. Вот эти, вот мы их можем выбрасывать, ты же не будешь сюда складывать, мы можем просто яйца туда сложить, да? Да. Нам не нужны вот эти, чтобы каждое яйцо кладут. Но я вот это... Да, это мы сохраним. Да. Но вот это нам не нужно, вот это можно выбрасывать. Да, это можно выбрасывать. Угу. Ой, я думаю, что я знаю, что это будет. Угу. Такой вот наряд. Интересно, что это будет. Но я думаю, что я знаю, что это будет. И это... О! Угу. Давайте посмотрим, если я угадала. И да, я угадала! Ну? И последний момент, это открыть наш аксессуар. То мы можем ее сложить. О, у нее вот такой вот передник. Угу. Я знаю! Что это или кто это? Угу. Давайте найдем клавишу и посмотрим. Давайте следить.
Мамаши. Ой, порвалась. Ничего. Или у нее тут на этом вкладыше нету. Так, нету, но она сама хорошая. Давайте ее уже все-таки оденем. А, теперь ты будешь одевать это? А у тебя еще вот две, смотри, две не это самое. Нет, это бебечки теперь. Это бебечки, да. Это самая главная мама или кто она? Большая сестра. А, большая сестра, да. А дальше у нее маленькие сестрички там, да? Да. Угу. У них мамы нет. А мамы нет, они без мамы, да? Да. Ага. Денис, ты знаешь, чтобы были без мамы детки? Ну, вот у нее Лоли, только большая сестричка, младшая сестричка, там мам нету. А папа есть? А папа есть? Нет. И пап нет тоже? Тут только девочки. Тут только девочки и без мам. Они, может, это клончики маленькие? Клонированные. Смотри, с них сыпется серебро, смотри, чтобы не на это самое. У клонов нет ни мамы, ни папы, они сами все инкубаторы. Вот это яйцо она у меня просила в Таргете, очень хотела. Стоит 60 или 70 долларов. Кристина купила. Ой, через месяц будут продавать в Росе за 15 долларов. Я не хочу ждать месяц. Чего ты хочешь? Ждать месяц она не хочет. Злата, правильный ответ. Злата, через месяц можно купить 4 яйца за те же денежки. Злата, а папины-то подарки будем открывать? Он там целых 2 мешка подарков нам набрал, да? Буду только с друзьями. А, с друзьями будешь? Нет, друзьями. Сейчас... Я с друзьями. А Лизка придет, все раскидает? Лизка не раскидает, ты что? Нет. Она спокойная девочка, да. Самое главное это передник, угу. Чтобы не измазаться. Это, кстати, Рокстар. Рокстар, да? Угу. Смотрите, еще какая-то мермейд. Завтра ты же у нас станешь Рокстар. А, слушай, она что-то... А, это зубная щетка, по-моему, нет? Или что такое? Смотри, тут батарейки какие-то, да? Батарейки, потому что она может плавать сама. Да? Мам, дай-ка мне... Да. Нет, мама, какая зубная щетка? Да не зубная щетка, нет? Мама. Нет, батарейки, чтобы она, по-моему, всегда... Денис, можно ноги с везде убрать? Батарейки, потому что она... Нет, не мешает. Мама, батарейки, по-моему, чтобы она плавала или меняла свет. Угу. Вот такая. Да, посмотри-то. И следующие уже маленькие сестрички. А, кстати, где-то они тут были у меня. Ну, кружочки можем сохранить и все вот это большое яйцо их бросить. Вот какая-то до чего-то, какая-то сумочка для них. Корзина такая. Наверное, за продуктами ходить, я так думаю. Да? Нам еще куча всего тут это самого. Так что давайте. Я хочу папину подарки распаковывать с моими друзьями, которые придут скоро. Надеюсь, что придут, да. Ну, тетя Юля поехала в этот Вымервилл в Айкию полочки смотреть себе в комнату. Они же перестраивают свою комнату, расширяют. А потом к обратно будут возвращаться, не туда, а обратно, к нам заедут. Детка! Чего еще раз? Детка! Ладно, пропустим. Давай. Даша, идем на следующий. Я думаю, что эти бельчики все color changer. Денис, можно ноги убрать все идеи? Ну, не знаю. Ну, не мешает. Но я их буду на YouTube выставлять это видео. Ну, куда ты с твоими ногами здесь? Вот сюда ляг. На эту сторону. Так, у нас
Три мешка. В трех мешках будут какие-то сюрпризы. Четыре мешка из одного яйца, да? Ничего себе. Это значит, будет три таких маленьких сюрпризика, да? Каждый зайдет. О, я думаю, что вот это ее сестер. Сестра, да? Да. Потому что видите, как они мачиваются прямо. Скажите, как они друг с другом одинаково подходят. Похоже. Да. Так, по-русски давай, не мачиваются? Ой, что это? Что это? Я не понимаю. Где мои ножницы? Где мои ножницы? Там где-то. Может, под платьем посмотри. Ну, это не могли никуда. Вон они. А что вы хотите сказать? Убежать. Значит, они не могли никуда убежать? Угу. Ножницы. Хоть у них и две ножки, но бегать они не могут, да? Ножницы с ножками. Так, хорошая загадка. У кого две ножки, но бегать не могут? Ножницы. Смотри, мама загадку придумала. О, какая красивая, да. Это до нее. Угу. Она может шепнуть. Да. На-на-на. Такая сумка обалденная, красивая. Так, а где ножницы? Куда ножницы поставила? Кто? Ладно, я это и так могу открыть. Очки. Ух ты, ничего себе, какие у нее очки модняцкие. Ну-ка, давай их оденем ей. И последний мешочек. Так, мне уже нужны ножницы. Мне уже нужны ножницы. Возле колена, смотри, вот они рядом тебе. Да, тяжелое занятие подарки распаковывать, да? Нет. Не тяжелое, нет? Веселое. Веселое? Может, папа музыку включит? Опять, да, у нас такая была. Где эта твоя музыка, которая с Ютуба девочки с мальчиком танцуют? Что ты мне показывала? А, это. Ту, которую девочки вместе и мальчик вместе. И ту, и другую, да. Приклеила. Dance crown, dance learning, Glendon, that's nothing. Ничего, все нормально. Денис Сыторский поставил холодильник? Поставь, пожалуйста, он стоит на столе. Ну а что им положи, хоть пластмассу, коробку, не важно. Попался. Ну да, кто нам попался. На пятый брелок, да? Брелок? Нет. Никто, а что, Злата? Кто попался? Когда кто-то живой, например, щенок, собачка, птичка. А если нет, это ботинки. А если предмет не живой, как надо говорить, что нам попалось? Кто и что? Разница, кто это? Живой? Живое существо? Человек, животное, кошка. А что? Я тебе просто поправляю русский язык. Ой, что там такое? Глаз какой-то? Сапожки. А сапожки? Нет, ну-ка, ботиночки. Покажи мелкие ботиночки свои. Их вообще за твоих пальчиков не видно даже.
Ладно, что у нас? Я думаю, тут? Не сюда. Угу. О, это, наверное, цвет уже. И? Да, угадал цвет. Угу. Так, это, видимо, сумочка. Ну все, мы закончили с этими Нет, яйцами? Нет, мы закончили. А что у нас еще? Еще надо это показать. И то. Хорошо. И вот это мы расколем. Еще две скаковки. То, те игрушки я хочу друзьям уже. О, это же капра сестра Эти. Ух ты, ничего себе, да. Я прям по сестренкам. Прям по сестренке, да? Так, да, и последний где-то у меня по-моему. Ой, вот я уже устала снимать. Ладно, все. Не, давай снимаем. Что ты еще хочешь показать? Пока хочешь показать свою и вон тут хачицу? Да-да. Ну давай. Так. Вот эти хачим. Ой. Лолис. Угу. По-русски это называется куколки-ло. Куколки-ло, да? Угу. Это все нам. Пока-пока. Тут можно все твои куколки-ло хранить. Одежда и все. Но кругляши давай побросаем туда, кругляши. Кругляши пусть сохранятся, большие и маленькие вот эти. Или ты хочешь их выбросить? Нет. Давай их сохраним. Угу. Соедини, побросай. Сейчас мы прервемся, будем складывать это. Ну ладно. Надо складывать такого в одну большую, это самое. Смотри, как они красиво крутятся, да? И их просто тут скинут. Угу. Не без разницы, какие они. Ну да. Без разницы. Главное, чтобы мальчик был. Но во сколько они придут? Да, не знаю. Ну, нам сообщат. Если хочешь, можем переодеться и надуть прыгалку. Хочешь? Я хочу спину. Ну, а вдруг они позже придут? Нет. Ну, хорошо. Кстати, на свете кататься. Я место знаю хорошее. Нет, мы никуда не поедем сегодня уже. У-у. Лоли все мы собрали в такой большой полушар, да? Вот это наш Лоли. Лоли, ну давай дальше открываем. Что там у тебя дальше? Что я нас его туда поставлю. А почему? Ты там хочешь это хранить? Я тут хочу это хранить. Ладно, давай дальше. Так, дальше я хочу мою цыпку. Так, это что у тебя? Цыпа, которую Абри мне подарила. А, цыпа Абри подарила, да? Да, так. Что у нас? Так, давай берем вот это одеяло с фона сзади. Отлично, инструкция. Да-да, я это уже все знаю. Ага, ага. Так. Да, я это уже знаю. Может, попроси папу помочь? О! На стол не ставь, только там на просто стол. Что там? Дорогие видеозрители, вот Злате на день рождения продолжается. Мы ждем Алису. Мы идем. И сейчас на счет 1, 2, 3 выпускаем шары в небо и загадываем желание. И давайте все вместе, все шары, чтобы полетело их много-много. Давайте раз. Подожди, Алису ждем. Давай. Давайте. Два. Три. Отпускаем. Злата! А желание загадали? Алексей, давай загадывай. Желание загадывай. Я загадала. Ты загадала? Поделишься со мной, нет? Нет. Ладно, если расскажешь, то он не будет. Папа такой. Оптимистичный всегда. Не, он сказал, что не надо рассказывать. А я знаю. Да. А вы знаете, чей какой? Она у меня хочет быть. Мой самый высокий. Мой тоже.
Нет, всегда какая-то. Хочет, чтобы... Это человек! Желание. Все исполняют. Вообще, здорово. Все. Да, феи. Ого, как они хорошо плавают. Один так кружится. Летят, да? Летят. Летят. Да, я уже... Так, а что тут?